11 свай. Большая бетонная плита полностью под всей баней. Итого у нас получается арматуры на 14 980 рублей. Ну так вот, сейчас вот итоги этого всего. А что все-таки лучше? Внизу пишите свою почту, я вам всем отправлю. Друзья, всем привет, с вами канал «Живая русская баня». Меня зовут Владимир Ефремов, и сегодня мы поговорим о стоимости фундаментов. Пришла весна, время фундаментов, все начали заливать фундаменты под свои бани, и очень много вопросов мне задают в социальных сетях по поводу, какой фундамент лучше, какой фундамент сколько стоит. Просят скинуть какие-то спецификации на разные виды фундаментов. Тем более, одно из последних видео, которое у нас вышло, это видео у бани на винтовых сваях. И в сегодняшнем видео я хотел сделать пример расчета для бани 4х5, такой достаточно стандартный вариант бани, из трех видов фундамента. По итогу видео вы будете понимать, сколько стоит данный фундамент, и сможете посчитать фундамент, который вам нужно, самостоятельно. У меня здесь много цифр, которые я сегодня целый день сидел, считал. Я сейчас их буду частично переносить на доску, но вы можете их не записывать. Всем, кому нужно, я эти бумаги отправлю на почту. Внизу в комментариях, как видео посмотрите, оставляйте свою почту, и на эту почту я это все хозяйство скину. В общем, поехали. Сегодня мы рассмотрим три вида фундаментов. Первый фундамент – фундамент на винтовых сваях. Второй фундамент – это фундамент утепленная плита. И третий вид фундамента – это обычный, стандартный, который вы привыкли видеть везде. Это ленточный фундамент. Но стоимость фундамента нельзя рассматривать просто как одну стоимость фундамента. Ее нужно рассматривать в совокупности с полом и с системой слива. Так как винтовой фундамент – это просто винты, а еще нужно сделать сам пол. Если у ленточного фундамента системой слива является бетонная чашка, то у винтового фундамента идет целый утепленный пирог. Так вот, мы сейчас полностью вот это вот все подробно разберем по трем видам фундамента. И начнем мы с винтового фундамента. Как я уже сказал, мы будем считать фундамент для такой стандартной бани. Баня будет 4 метра на 5 метров. Вот эта вот стена у нас будет 5 метров, а эта стена у нас 4 метра. Такой достаточно стандартный проект, который хорошо делится на три комнаты. Одна комната — это у нас мойка, одна комната парная и комната отдыха. Как я уже сказал, мы начинаем с винтового фундамента. И для этого фундамента у нас бы сваи встали следующим образом. По углам. По центральной стене, на перекрестке двух стен, которые делят парную и мойку. Еще один винт я посчитал посреди комнаты отдыха, чтобы разгрузить пол. Он, в принципе, не обязательный. Вот это вот расстояние, как правило, получается примерно 2,2 метра. Здесь и так лаги достаточно будет. Но на всякий случай взяли сюда еще один винт, он стоит 3600 рублей, не сильно он повлияет на стоимость. И еще один винт мы взяли под фундамент самой печи, чтобы у нас печь, потому что печи бывают разные, печь может весить и 300, и 400 килограмм, чтобы она у нас стояла на отдельном фундаменте. Еще не поставил, у нас получается, вот эта стена будет делиться еще винтовой сваей, и вот с этой вот стороны стена тоже будет делиться винтовой сваей, так как длина стены достаточно большая. И у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 свай. Неправильно я вот здесь вот написал, у нас получается 11 свай. Стоимость сваи в Челябинске варьируется. Если мы зайдем на то же Авито, их много сейчас кто делает, она варьируется примерно от 2,5 до 4 тысяч рублей. В зависимости от качества самой сваи, какую трубу они там используют. Так вот, у тех ребят, у кого мы заказываем, у них стоимость сваи вместе с монтажом, закручиванием, они приезжают и получается своей машиной закручивают сваю, стоит 3600 рублей. В принципе, можете закрутить их сами, купить сваи, но мы будем пока считать с услугой закручивания. Я буду заглядывать в лист, потому что у меня здесь достаточно много цифр написано, и переносить их сюда. Напомню, можете не записывать, я эти листы вам все отправлю.
Так вот, у нас получилось 11 свай по 3600 рублей. Это 39 тысяч 600 рублей вместе с закручиванием. Дальше для того, чтобы, ну вот просто сваи стоят, ребята, получается, установят саму сваю и сверху сделают площадку, на которую нужно будет в дальнейшем сделать обвязку. Я обвязку посчитал из бруса 200 на 150. Получается, при таком сечении и полностью при обвязке всех стен нам нужно будет бруса 0,72 метра кубического. У нас в Челябинске сейчас пиломатериал стоит 7200 рублей. Итого, вот один только фундамент с обвязкой у нас получается на 44 784 рубля. Но мы ведь договорились считать не только один фундамент, мы договорились считать его вместе с полом. Для пола нам что еще нужно будет? У меня здесь прям все выписано. Для пола нам нужны будут лаги. Лаги у нас получаются на 2160 рублей. Также из расчета цены 7200 рублей за куб. Лагу я считаю 50 на 150. Дальше нам нужна будет черновая подшивка. Получается, у нас когда лага встанет, для того, чтобы нам вовнутрь заложить утепление, нам снизу нужна будет черновая подшивка. Сюда у нас идет доска дюймовка 25, допустим, на 150. Дальше для крепежа все обвязки, для крепежа чернового пола нам нужны будут саморезы, уголки. Я отдельно вот так вот выпишу: уголки, саморезы. У меня это все посчитано, и это получается примерно на 2000 рублей. Может, у кого-то, конечно, и в хозяйстве есть там куча гвоздей старых, которыми вы это забьете, но мы сейчас считаем из новых материалов. Дальше у нас будет идти утепление всего пола. На утепление пола во всех трех вариантах фундамента я посчитал пеноплекс. 5 сантиметров пеноплекса. Получается, при 5 сантиметрах пеноплекса и при площади 5 метров на 4 метра, это получается 20 метров квадратных, нам нужен будет один куб пеноплекса. Пеноплекс стоит 6000 рублей куб. Можно, конечно, взять базальтовый утеплитель, допустим, 10-15 сантиметров. Он стоит чуть дешевле, но его по объему, соответственно, нужно будет больше. Ну вот возьмем пока что пеноплекс на 6000 рублей. Дальше, для того, чтобы все стыки пропенить, нам нужно будет 2 баллона пены по 700 рублей, по 350 рублей баллон. Нам нужен будет чистовой пол в комнату отдыха. Мы его застелим шпунтованной доской сосновой. 10 метров квадратных по 560 рублей. Хорошая шпунтовка. Получается на 5600 рублей шпунт. Дальше в моечной и в парной возьмем шпунтовку-лиственницу. Сделаем ее в стык. У нас полы здесь будут не проливные, а вода будет уходить в желоб. Полы будут с наклоном, и вода будет уходить в желоб. Шпунтовка-лиственница стоит 950 рублей за метр квадратный. У нас ее также надо будет 10 метров квадратных. Итого лиственница у нас будет на 9500 рублей. Дальше нам нужны будут сливы, трапики, трубы, скорлупа для утепления труб, потому что у нас под баней будет пустота, чтобы трубы не перемерзали, нам нужен будет туда утеплитель. И вот это вот все у нас выйдет примерно на 3000 рублей. Потом нам нужна будет доставка всех материалов, чтобы нам их привезти туда на объект. Доставку я взял достаточно небольшую, всего лишь 1000 рублей. Доставка 1000 рублей. Итого фундамент, я вот здесь вот сейчас буду писать три разных фундамента, вот здесь вот получается винтовой. Винтовой фундамент у нас получается, если мы вот это вот все сплюсуем, без работ. Это только материалы. Единственное, что винты будут уже закручены. Здесь работа посчитана, чтобы нам не самим их крутить. Итого получается материалы на 69 434 рубля.
Кому нужен этот список материалов, я вам его скину, чтобы вы могли сравнить с ценами у себя. Может быть, у вас какие-то материалы стоят чуть дешевле или чуть дороже, но чтобы вы понимали, что вот эти вот материалы вам обязательно нужны будут для этого фундамента. И сейчас мы на винтовом фундаменте заканчиваем. Сейчас я это все сотру, и мы будем считать фундамент плиту. Дальше мы посчитаем плитный фундамент, посчитаем его утепленный. Плитный фундамент – это получается большая бетонная плита полностью под всей баней. Вовнутрь мы также заложим пеноплекс для утепления, чтобы у нас не ледник такой цельный был из большого куска бетона, а чтобы у нас пол прогревался, в него даже можно заложить электрический теплый пол. Я его, кстати, тоже считал. Всем, кому нужно, он будет в расчетах, пока я его здесь включать не буду. Кстати, вот мы сейчас находимся в нашей экспериментальной бане, мы здесь тоже думали, какой фундамент сделать. Вот здесь вот мы сделали плитный фундамент, но мы его сделали не утепленный, у нас здесь просто залита бетонная плита толщиной, ну, практически 20 сантиметров с армировкой. У нас эта баня будет демонтироваться, потом эта плита будет убираться. Но вот сейчас посчитаем вот такой вот плитный, монолитный такой большой фундамент, но посчитаем его еще и с утеплением. Поехали. Напоминаю еще раз, баня у нас 4 метра на 5 метров. И площадь у нас здесь получается 20 метров квадратных. Нам нужен будет сначала геотекстиль. Я взял недорогой геотекстиль, нам надо будет его 20 метров квадратных всего. Посчитал его 1500 рублей. Геотекстиль нам нужен для того, чтобы влага из грунта не шла вот в нашу плиту, чтобы бетон не сосал влагу из плиты. Сначала мы возьмем геотекстиль, он продается рулоном, в рулоне там порядка 50-70 метров квадратных, он бывает разный рулоном. У нас он еще останется там где-то на дорожке, пустим, где-то еще куда-то. Дальше нам нужен будет щебень на подсыпку. Даже при толщине подсыпки 15 сантиметров нам нужно будет 3 кубических метра. Как правило, щебень стоит примерно 600 рублей куб. Соответственно, при 3 кубах щебень 3 метра кубического по 600 рублей, нам нужно будет щебня на 1800 рублей. Помимо самой стоимости самого щебня на карьере, нам нужна будет еще доставка. Доставка самого щебня будет еще стоить примерно 2000 рублей. Еще нам нужен будет песок. Песка нужно немного, примерно 1 метр кубический. Ну, пускай это будет еще где-то, ну, 500 рублей, хотя там тоже еще нужна будет доставка. 500 рублей. И доставка еще будет стоить примерно еще 1000 рублей. Смотрите, далее у нас укладываются все инженерные сети. Потому что мы, когда это все зальем, мы не сможем уже подвести, допустим, как в ленточном фундаменте, подвести сливы туда, куда нам нужно, там, подкопаться под лентой. Или когда мы закручиваем винтовые сваи к полу, куда нужно подвести. Здесь нужно все коммуникации подводить сразу же еще до заливки самого бетона. После этого мы будем вязать арматурную сетку. Арматурная сетка у нас будет вязаться в два ряда. Первый ряд, второй ряд с клеткой в 20 сантиметров. Ну, получается, у нас арматура будет идти с клеткой в 20 сантиметров. Я считал из такого расчета 20 сантиметров. Итого арматуры нам нужно будет 428 метров. Арматура. 428 метров. Сечение арматуры я взял 10 миллиметров, ну 1 сантиметр. Стоимость ее, вот у нас здесь на ближайшем рынке, 35 рублей. Тут я посчитал металлическую арматуру по 35 рублей. Если кто-то из вас использовал стеклопластиковую арматуру, композитную арматуру, напишите в комментариях, потому что постоянно по поводу этого идут споры. Можно ли делать в плиту композитную арматуру, нельзя делать. Вроде как в перекрытие композитная арматура не идет, но
так как у нас здесь не перекрытие, это плитный фундамент. В общем, я считал металлическую арматуру. Итого у нас получается арматуры на 14 900 80 рублей. И нам нужна будет доставка этой арматуры. Она будет у нас 6-метровая. Доставку я посчитал сюда 1000 рублей. Для того, чтобы провязать всю арматуру, нам нужна будет вязальная проволока. Ее я взял 4 килограмма по 80 рублей. Это 320 рублей на проволоку. Так как нам нужно будет заливать бетон в определенные рамки, нам нужна будет опалубка. На опалубку взяли обычную доску 40 на 150, 6-метровую и брусок 50 на 50, 20 штук. Итого стоимость опалубки будет стоить примерно около 4000 рублей. Опалубка будет стоить 4000 рублей, и к ней также нужно будет доставку 1000 рублей. Хорошо, если вы, допустим, вот это вот привезете вместе. Ну, на одном рынке купите и вместе привезете, уже сэкономите на доставке там ту же 1000. Дальше. Заливаем бетон слоем 25 сантиметров. Итого получается 20 метров квадратных по 25 сантиметров. Нужно будет 5 кубов бетона. Бетон. 5 метров кубических. Стоимость бетона на сегодняшний день, допустим, марки М200 – 2750 рублей, М300 – 2950 рублей. Вот мы взяли здесь у нас в расчетах марку М300 – 2950 рублей – это стоимость на бетонном заводе. Доставка с машиной-миксером 6-кубовым стоит примерно 2400 рублей, но очень сильно зависит от дальности, как далеко везти. Вот здесь в наших расчетах я посчитал доставку 2400 рублей. Доставка 2400 рублей. Итого сейчас будем подходить к стоимости. Получается песок, щебень, геотекстиль, канализационные трубы, арматура и проволока вязальная, опалубка и бетон с доставками. У нас получается на 44 750 рублей. Это стоимость материалов. 44 750 рублей. И это только основа самого фундамента, но так как мы договорились считать вместе с полом, нам нужно сейчас посчитать утепление, дальше стяжку, ну и чистовой пол, ту же кафельную плитку. И очень важно, еще раз уточню, при заливке бетонной плиты сразу же определиться со всеми коммуникациями, где что у вас будет подходить, где у вас будет слив из парной, где будет слив из мойки. Возможно, у вас будет стоять какая-то раковина, либо вы будете подводить воду вовнутрь бани. Вот у нас сейчас есть один объект в Екатеринбурге. Людям поставили большую баню на бетонную плиту, и во всей этой плите есть только один слив диаметром 50 миллиметров. Ну, подведена одна канализационная труба диаметром 50 миллиметров к раковине. Как будет из бани слив производиться, вообще непонятно. Сейчас придется резать плиту, сверлить и, возможно, нарушать арматурные вот эти вот все связи. Непонятно, что будет потом с этим фундаментом, вдруг он потом треснет. Но это достаточно большие потом трудозатраты провести в дальнейшем. Так вот, поехали дальше. Сейчас нам нужно посчитать вот к этой вот стоимости. Это к основе самого плитного фундамента еще утепление, верхнюю стяжку, ну и само чистовое покрытие, кафель. У меня это также здесь все расписано. Получается, для утепления 20 метров квадратных толщиной 5 сантиметров также утеплим пеноплексом, как и в варианте с винтовым фундаментом. И нам также нужен будет 1 кубический метр пеноплекса. Это 6000 рублей. Пеноплекс. Дальше нам нужна будет стяжка 7-сантиметровая над пеноплексом, в которую сразу же можно и спрятать теплый пол. Какой он у вас будет? Возможно, вы подведете водяной теплый пол из дома. Возможно, у вас будет электрический теплый пол или инфракрасный теплый пол. Так вот, сверху 7-сантиметровая бетонная стяжка. Дальше я посчитал стоимость кафеля, вот на 20 метров квадратных кафель взял по 500 рублей за метр квадратный. У кого-то он может быть дороже, у кого-то может быть там вообще самый дешевый. Но вот я взял из расчета 500 рублей за метр квадратный. И у нас получилось кафеля на 10 тысяч рублей.
Дальше у нас идет плиточный клей. Нам же кафель нужно на что-то приклеить на пол. Плиточного клея я взял всего лишь на 2000 рублей. Итого, даже без электрического теплого пола, получается на пеноплекс, на бетонную стяжку, на кафель, на клей для этого кафеля у нас еще уходит 35 200 рублей. Итого, у нас получилась стоимость следующего фундамента. Я вот здесь вот нарисую плитный фундамент, утепленный. И его стоимость получается 79 950 рублей. И это по минимуму. Если делать его технологически еще более правильно, как делают под дома, стоимость будет гораздо выше. Вот мы сейчас в Москве проектируем фундаменты, большие фундаменты под большие бани. Здесь у нас банька очень маленькая, 4 на 5 всего. Так вот там у нас полностью проектом занимаются проектировщики, и сметы занимаются сметчики. Там фундаменты совсем мы другие считаем. Но я вам тоже в каком-нибудь видео покажу полностью проекты, которые мы сейчас считаем для Москвы. Так вот, у нас фундамент винтовой получился 69 434 рубля, а фундамент плитный 79 950 рублей. И сейчас мы еще посчитаем фундамент ленточный. Ну, тот фундамент, к которому все привыкли. Ну и всеми любимый ленточный фундамент. Получается, опять рисую баню. Баня у нас 4 метра на 5 метров. Центральная стена проходит у нас тоже 4-метровая. И стена, которая будет делить парное и моечное помещение. Итого у нас длина всех стен получается 5 метров плюс 5 метров плюс 4 плюс 4 плюс 4. Вот 4 плюс 4 плюс 4 плюс 5 метров. Вот эта стена, как правило, она не заливается. Здесь получается одна цельная бетонная чашка, так что мы ее полностью сразу же и сотрем. Итого у нас получилось 10, 18, 19, 20, 21, 22. 22 метра погонного ленточного фундамента. 22 метра погонного ленточного фундамента. Фундамент, как правило, заливается, ну, если у вас участок достаточно ровный, у вас лента будет заливаться 600 на 300, примерно 400 будет уходить у вас в грунт, и 200 будет выходить над грунтом. Итого получается нам бетона на ленточный фундамент, на весь, нужно будет, у меня посчитано, 4 метра кубических. Это нам уйдет только на саму ленту. Помимо самой ленты, нам нужно будет еще сделать фундамент. Я вот здесь вот нарисую такую стенку. Мы эту ленту не заливаем, но чтобы нам было понятно, где парная, где мойка. Нам нужен будет фундамент под печку. Заливаем еще отдельный фундамент под печку. Примерно 600 на 600 миллиметров. И нужен будет бетон на бетонную чашку, вот полностью, вот на эту, вот на всю бетонную чашку. Итого у нас бетона на все виды работ уйдет 5,5 метров кубических. По 2950 рублей у нас это получается на 16 225 рублей. И эта цена бетона на бетонном заводе плюс 2400 рублей доставка. Дальше. Вот здесь вот есть небольшая сложность, так как мы пробовали, очень плохо получается. Нельзя залить сразу же ленточный фундамент, фундамент под печку и сразу же залить бетонную чашку. Нужно сначала залить полностью весь фундамент ленточный, залить под печку, и только когда вы снимете полностью опалубку, заливать бетон на саму бетонную чашку. Либо вы будете замешивать этот бетон самостоятельно, там его получается примерно около куба, либо вы будете заказывать еще одну машину. Машину еще одну можно заказать, маленький бетоновоз, который возит до 3 кубов, но там будет еще одна доставка. Я посчитал, еще с одним бетоновозом, пускай будет чуть дороже. Если у вас вы дешевле, ну, значит, вам будет
приятно от этого. Итого у нас сами доставки. Первая доставка 2400 рублей и еще одна доставка 1700 рублей. Это маленьким бетоновозом 1 метра кубического бетона. Еще нам нужна будет арматура. Вот, вот это вот наш ленточный фундамент, будем его армировать в 4 нитки. Две нитки наверху, две нитки внизу. Будем его обвязывать по кругу каждые 60 сантиметров. Обвязку делать на углах нам нужны будут перевязки, углы перевязывать. Нам нужна будет арматура для обвязки самого фундамента под печь. Итого у нас арматуры получается 168 метров погонных. Это уже кратно 6 метрам. Также посчитаем ее металлическую по 35 рублей, и у нас получается 5880 рублей на арматуру и 1000 рублей доставка. Дальше нам нужна будет опалубка. На опалубку мы возьмем доску 40 на 50 и возьмем брусок 50 на 50. У меня здесь уже посчитано, сколько нужно будет. Нам нужно будет 8 досок 40 на 150 и 16 досок 40 на 150 4-метровых. 8 6-метровых и 16 4-метровых. И бруски, соответственно. Итого напиломатериал на опалубку нам нужно будет на саму доску 5000 рублей и на бруски примерно 1200. Это у нас опалубка. Тут вы можете сэкономить, не платить отдельную доставку, а доставить ее вместе с арматурой, как я, в принципе, вам до этого говорил. Но здесь в расчетах мы экономить не будем и напишем сюда еще 1000 рублей доставки. Еще нам нужны будут саморезы, рубероид, сливная труба, проволока вязальная. На это на все у нас уйдет еще примерно 2500 рублей. Так как мы сделали высоту ленты 600 на 400 и у нас фундамент выходит всего лишь на 200 мм из земли, мы сделаем еще 3 ряда кирпича сюда. Сразу же в этом кирпиче мы будем закладывать все вентиляционные каналы, которые у нас приходят под печку, которые у нас делаются продыхи под полом, чтобы пол проветривался. В одном метре погонном фундамента, вот ленточного фундамента, у нас идет 8 кирпичей. Будем его класть в 3 ряда. Итого у нас получается вот только на саму ленту 528 кирпичей. Но нам он еще нужен на фундамент для печи. Итого у нас уйдет 588 кирпичей. Возьмем кирпич не самый дешевый, возьмем кирпич по 10 рублей за штуку. Итого на кирпич нам нужно будет 5880 рублей. Это кирпич. Еще нам нужен будет щебень на подсыпку, песок, цемент для кладки. Но так как много этого нам не нужно будет машинами привозить, мы это купим мешками. Щебня возьмем 30 мешков на подсыпку, песка возьмем 15 мешков на подсыпку и цемента. Итого щебня у нас уйдет на 1500 рублей, песка на 750 рублей и цемента 5 мешков на 1400 рублей. Мы посчитали сам фундамент, дальше нам нужна еще бетонная чашка. Для того, чтобы бетонная чашка была армированная, мы туда возьмем кладочную сетку. В тело бетона, вот самой бетонной чашки, заложим армировочную сетку. Армировочной сетки нам нужно будет на 2000 рублей. И пока это у нас получился только фундамент. Но мы с вами договорились считать вместе с полом. Бетонную чашку мы также здесь утеплим, как и в прошлых вариантах, пеноплексом. И не только бетонную чашку, мы и пол в комнате отдыха также под чистовой доской утеплим пеноплексом. И также, как в прошлых вариантах, нам нужен будет 1 метр кубический пеноплекса, соответственно 6000 рублей.
мы можем посчитать какой-либо другой утеплитель, там, допустим, керамзит или базальтовый утеплитель, он выйдет примерно на ту же самую стоимость. И сейчас мы считаем пол. Мы же договорились считать вместе с полом, сейчас мы считаем сам пол. Для пола нам нужны будут лаги 150 на 50, нужен будет черновой пол на подшивку в комнате отдыха, для того, чтобы утеплитель у нас не выпадывал. Нам нужна будет шпунтованная доска в комнату отдыха, нам нужна будет лиственница проливная в парную и в мойку, у нас здесь пол проливной. И нам нужны будут саморезы для крепления этого всего, и вдруг мы еще там что-то забыли. Итого у нас получается лага, я вот здесь отдельно буду писать, на 2592 рубля, черновой пол на 1836 рублей, шпунтованная доска 10 метров квадратных по 560 рублей, 5600 рублей, лиственница проливная на 5000 рублей, и саморезы, и то, что мы еще забыли, на 2000 рублей. И получается у нас итог. Ленточный фундамент. Я его вот таким вот образом сделаю, чтобы нам понятно было. Ленточный фундамент у нас получается на 71 563 рубля. И сейчас смотрим на все цифры. Винтовой фундамент 69 434 рубля. Ленточный фундамент 71 563 рубля. Одно и то же. Разница буквально в 2000 рублей. Вот, наверное, те, которые я добавил на всякий случай в ленточный фундамент. Вдруг мы что-то забыли. Здесь мы наверняка тоже что-то забыли. Соответственно, ленточный фундамент и винтовой фундамент получаются в одинаковую стоимость. А плитный фундамент получается примерно на 12% дороже. Но при стоимости бани, я думаю, что вот эта вот разница будет очень незначительная. Всего лишь там 8000 рублей. Разница между ленточным фундаментом и плитным фундаментом. Ну так вот, сейчас вот итоги этого всего. А что все-таки лучше? Ну скажу так, если бы я делал себе сейчас баню, я бы сделал ее на плитном фундаменте. Нормально бы сделал кафельный слив. Так как в ленточном фундаменте у нас посчитан просто бетонный слив, просто бетонная чашка, а бетон он все-таки в себя воду начинает принимать. Ее нужно будет обрабатывать либо жидким стеклом еще, чтобы она в себя так влагу не впитывала. Я бы сделал себе теплый фундамент на плите, сделал бы его кафельным, а сверху на этот фундамент я бы положил небольшие деревянные трапики, которые можно было легко подымать, сушить, и вода по кафельному полу очень быстро и легко уходило бы в слив. Ну вот, у нас получились стоимости. Немного рассказал о том, какой фундамент мне все-таки больше нравится. Все, как правило, привыкли к ленточному фундаменту. Сейчас очень часто стал распространен винтовой фундамент. Ну и достаточно часто мы в Москве сейчас начали делать плитный фундамент. Решать вам, какой фундамент вам сделать по цене. Они, в принципе, практически все одинаковые. Если видео было полезно, не забываем палец вверх ставить. Кому нужно расчеты, которые я сейчас показывал, где у меня это все расписано, внизу пишите свою почту. Я вам всем отправлю. Не, я, наверное, не всем отправлю. Я отправлю тем, кто подписан на наш канал. Ну, я люблю своих подписчиков, и им буду это отправлять. Так что, если не подписаны, подписывайтесь, оставляйте почту, и всем отправлю вот эти вот расчеты. Здесь у меня, кстати, расчеты посчитаны вместе с монтажными работами. Я монтаж сейчас сюда не включал, так как кто-то будет это делать самостоятельно, и чтобы цифры монтажа не пугали. А здесь у меня вообще посчитан монтаж, так что отправлю вместе с монтажом. Подписываемся на канал, ставим палец вверх. Всем пока!